Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний герой – холодильник HM4624-149ND из серии Advanced Comfort Plus, который выполнен в современном дизайне и оснащен полностью электронным управлением. Давайте знакомиться с ним ближе. Этот холодильник стандартных габаритных размеров, в высоту 196,8 см, в ширину 59,5 см и в глубину 66 см. Эта модель подойдет для большинства современных кухонь. Общий объем этого холодильника составляет 368 литров. Сам аппарат строгий, с прямыми линиями. Цветовое исполнение и нержавеющая сталь обеспечивают легкую интеграцию в современное пространство кухни. Дизайн этого холодильника минималистичен. В нем нет ничего лишнего. Но в то же время эта серия отличается большим набором элементов комфортности. В ней сочетаются продуманная конструкция и современные технологии. Особая интегрированная форма дверных ручек подчеркивает современный дизайн холодильника. Специальный автодоводчик дверей обеспечивает плотное прижатие уплотнителя по контуру шкафа холодильника. Смотрим, что внутри. В холодильном отделении реализовано двойное LED-освещение, которое менее энергозатратно и долговечно. Благодаря ему все полки хорошо просматриваются. В отделении установлены переставляемые по высоте полки из закаленного стекла. Плюс есть складная полка, которая пригодится, если нужно поставить в холодильник что-то габаритное. Отделение свежести Super Fresh Box с температурным режимом около 0 градусов идеально подойдет для хранения свежей рыбы или мяса. Для овощей и фруктов предусмотрен сосуд Hydro Balance Zone. В нем можно установить подходящий уровень влажности, благодаря чему продукты будут дольше оставаться свежими и сочными. Предусмотрен и подвесной выдвижной ящик Full Box, в котором можно хранить небольшие порции продуктов. Также в холодильнике есть масленка. В дверных барьерах можно разместить различные емкости, бутылки и банки. Морозильное отделение получило 3 выдвижные корзины и поддон для ягод. Наличие 2 емкостей Slim Space на двери морозильного отделения позволяет удобно размещать продукты в небольших упаковках. Есть и функция быстрого замораживания. Модель 4624-149ND обладает высоким классом энергоэффективности A+, и отличается тихой и долговечной работой. Что касается системы охлаждения в данной серии, то здесь реализована технология Full No Frost и многопоточная циркуляция воздуха Smart Air Flow. Управление здесь на дверце, и тут все тоже очень просто. Можно выбрать уровень интенсивности охлаждения в холодильном и морозильном отделениях, а также активировать функции супер охлаждения, отпуск, охлаждение напитков, защита от детей и функцию быстрого замораживания. В этой серии также можно перенавесить дверцу холодильника. Эта опция особенно актуальна для тех, кто не может позволить себе открывать ее в стандартную сторону. Защита от перепадов напряжения в данной модели предотвратит поломку от скачков напряжения. В случае, если вы забыли закрыть дверцу холодильника, здесь предусмотрена звуковая сигнализация. Компания Atlant обеспечивает свои изделия гарантийным обслуживанием в течение 3 лет. Срок службы всех холодильников составляет 10 лет. Понравилось видео? Поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также оставляйте свои комментарии, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. С вами была компания Atlant. До скорых встреч. Пока.